Здравствуйте! Сегодня я хочу представить вам новый кайт от F1 Bandit 3. Внешне новый кайт очень сильно напоминает прошлогодний. Основные изменения коснулись настройки. Поддержка переднего края осталась традиционной для Дельта Кайта. Тропы стали одинаковой длины, вы можете использовать любую понравившуюся вам планку. Планка нового бандита и без изменений, возможно, это еще предсерийный вариант. Следующая, которая пойдет все-таки в серию, будет отличаться. Обладает системой One Pump, то есть все баллоны накачиваются через одно отверстие. Тяга кайта зависит от вашей скорости, поэтому кайт будет требовать, чтобы вы ехали достаточно быстро. Мне особенно понравилось то, как он тянет в повороте. Если прошлогодний бандит все-таки был достаточно резок, когда кайт начинал разворачиваться, то тяга приходила чуть позже, то этот кайт настроен уже значительно лучше. Тяга более ровная, приход и усиление тяги не будет для вас неожиданной, что позволит более точно управлять, не глядя на кайт. Понравилось, как и настроен D-Power, и имеет больше ветровой диапазон, чем в прошлом году, и поэтому он не составит проблем даже начинающим райдерам в передоз легко сбросить тягу. Хочется особенно отметить то, как кайт идет себя на руках. Наконец-то удалось настроить Дельта Кайт для прыжков в ванхуке. Нагрузка на руках незначительная, позволяет прыгать на большой скорости. После отталкивания провисания строп облегчает перехват и приземление. Кайт очень хорошо подходит для прыжков с переводом кайта, зависание выражено. Более точное управление по сравнению с другими Дельта Кайтами позволит вам хорошо прыгать и больше времени уделить фристайлу, а не управлению кайтом. Без проблем взлетает с воды, возможно, он чуть уступает классическим боу-кайтом, но это точно не составит особой проблемы для тех, кто хоть раз поднимал кайт. Традиционно этот кайт отлично подойдет для вейфрайдинга. Наконец-то вейфрайдинг на дельта-кайте стал возможен не только на крюке, но и на руках. Практически тяга этого кайта в положении анхукет сильно не меняется, и он ведет себя очень стабильно, если вы поддерживаете достаточную скорость. Это кайт для продвинутых райдеров. Он позволит вам прыгать в анхукет на большой скорости и легко перехватывать планку. Отлично подойдет для агрессивного вейфрайдинга как на руках, так и на трапеции. Спасибо за внимание, с вами был Михаил Соловейкин.